Пошли. Володя уезжает в Потеряевку на бракосочетание. И Даришка у нас все. Давай, умница. О! Да не гони сильно-то, под 140-то. В прошлый раз как ехала. Постараюсь. Давай. Как, насмотри на знаки, что разрешает. Не лихач. Хорошо. Так там никого не было. Ну давай, с Богом. Володю привези и Надюшу. Хорошо. С Богом. Давайте. Так, сейчас я еще раз скажу. Значит, чтобы невеста взяла с него слово, что он не будет Терентию больше бороду трогать. А она, чтобы была одета так, чтобы под платьем не было видно, что на ней надето. Хорошо, все, передам. Передай, прямо приди, настоятельно скажи, очень сильно просил. Хорошо. Все, как скажи, и Анна, у Виктора, вот так, чтобы одета была. И жених так же, давай, с Богом. Богом, давай. Вот в Потеряевку поехала. Это новое у нас. Нынче крещение принимала. Богом. Да благословит Господь. Вот они, маленькие кошки наши, черные. А котята уже как большие выросли. Это вот кормим тоже 4, и своих 6. Итого здесь черная, там рыжая и белая. Вот они какие, вот она приходит, а. Ох, они хорошие кошечки, да беленькие тапочки у них у всех. Ну, а вон мать лежит. Ни одной шерстинки белой нету. Подкармливает их, там вон соседи приходят. А так-то, ну, мы кормим их. Надо же, 13 градусов, говорят, сегодня. 1 ноября. Учатся, тренируются, прыгает, таится. Бегает. О. На крыше. Рыжий и белый. Белый. Вчера мы тут с этой лестницей ставили, там привязывали. А нынче приехали, все так оставили, только закрепили побольше и больше ничего.